В республике сегодня подтверждено 55 новых случаев COVID-19, из них только один завозной. Таким образом, на 10 июня в Татарстане зарегистрировано 3720 случаев коронавируса. Татарстанцев призывают проголосовать за присвоение Казани звания «Город трудовой доблести». Почетное звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы. Казань – один из 20 претендентов. Продавать свои овощи с грядки с комфортом и удобствами. Такая возможность сегодня появилась у казанских пенсионеров. Стартовал пилотный проект «Бабушкина грядка». Администрация Московского и Кировского районов столицы предложила пенсионеркам не только места для продажи, но и обустроила их. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет-шелтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.